Я была в дороге, когда мне позвонили украинские коллеги и сказали, можно записать интервью с российским военнопленным. Конечно, да. Это очень важная история. Молодой, 18-летний, даже не пацан, почти ребенок. У него не было вообще выхода. Посмотрите, это очень важная история. Я очень многое узнала, хотя и в информационном потоке, но есть вещи очень новые для меня. И простите за качество записи. Дорога есть дорога. И мы продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Максим Шапошников Максим Евгеньевич. А как вы оказались? Вы оказались в армии, в ополчении. Откуда вы? Меня призвали как срочника. Как срочника? А где вы служили? Я нигде не служил, просто что я был на учете в военкомате. А так я учился в университете. А в каком учились в университете? Донецкий национально-технический университет. С 19 февраля началась эта всеобщая мобилизация. Ну и я планировал просто как бы просидеть это все дома и не пытаться как-то появляться на улице, потому что говорили, что из автобусов забирают и просто с улицы. Но так получилось, что мне позвонили с университета и сказали прийти в военкомат с вещами и документами. И отказаться, и как-то сбежать было нельзя, да? Отказаться можно было, но тогда тебе предъявят то, что ты как бы отказываешься от срочной службы, и тебе дадут 10 лет уголовного срока. И как вы попали в плен? 27 апреля я был на тот момент в селе Мамонтово, возле Кутузовки, Харьковская область. И, получается, в 5:30 начался минометный и артиллерийский обстрел. И после того, как прошел этот обстрел, мы тогда сидели в подвале все вместе. К нам часов где-то, не знаю, в 2-3 часа дня прибежал человек с моего взвода, уже будучи пленным вооруженных сил Украины. Прибежал и сказал, что нам лучше сложить оружие, либо начнется снова бой, именно уже с нашим постом. Мы вместе приняли решение и сдали оружие, и сдались сами в плен. А вы знаете, что вас ждет впереди? Расследование, суд, какое-то наказание? Что говорит украинская сторона об этом? Нам предъявили подозрение о том, что мы предатели Родины, участвовали в террористической организации и в незаконной вооруженной группировке. И по этим статьям, по этим трем статьям нас и судили. То есть у вас уже есть срок, есть наказание, да? Да, 12 лет с конфискацией особого имущества. Нам говорили, что чем скорее пройдет суд, тем быстрее вас обменяют. То есть вы рассчитываете на обмен, да? Да. Совет вашему сверстнику, который сейчас сидит, может быть, в окопе с оружием в руках, сдаваться или нет, вы можете дать? Честно, не могу. Но если и попадают в плен, то живыми все равно вернетесь, мне кажется. Я не слышал о таком, что кого-то прям сильно били, либо убивали. Ну, вы можете сейчас что-то сказать своим родным или своим друзьям, и я надеюсь, что они это увидят. Ну, по крайней мере, мы сделаем все для того, чтобы они это увидели. Ну, что друзьям хочу сказать? По крайней мере, своим сверстникам. Сидеть дома в основном и не отвечать ни на какие звонки с незнакомых номеров. Там, либо просто поставить телефон на режим полета, и все. Тогда как бы тебе просто нечего будет предъявить.
что ты там не ответил на звонок, либо его проигнорировал, а он до тебя может просто не дойти, и все. Связь как бы не очень такая хорошая, я бы сказал, у нас там в Донецке. Поэтому как-то стараться избегать вот этого вот всего, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как я. Студент Максим, военнопленный Максим, солдат Максим, Максим Евгеньевич сказал мне, что он хочет вернуться в Донецк. Он хочет, чтобы его обменяли. Я ответила, что, скорее всего, его будет ждать новый срок там, за то, что он сдался в плен. Потому что вся наша история подводит именно к этому. Так было, так есть. И он сказал, а что мне делать? Моя родина Донецк, у меня в Украине никого нет, а в Донецке мама. Окей, Максим, Донецк скоро будет российской территорией. Скоро будет референдум, и ДНР, ЛНР войдут как в автономные области, как губернии, как я не знаю что. И ты сядешь. В конце интервью мне возразил следователь. Он сказал, я вот совсем согласен, кроме этого, Донецк никогда